Ребята, всем привет, с вами Александр, мы находимся в Монстаграме, это значит игра Monster Legend. Вы просили меня на стримчике, вы часто тогда просите в комментариях. Ну и в общем-то вот пришло время нам качнуть Вайпер Хотепа, ребятки. Это у нас такой относительно новый монстр, да, легендарный монстр огня. Давайте прочитаем по информации. Был учеником Исиды, кстати, Исида есть у нас дракон в легендах Дракономании, и с помощью коварства и хитрости завоевал доверие богини, находясь на смертном одре, она подарила ему свои силы, думая, что он будет использовать их во благо, но он предал ее, применяя ее силы для зла и манипуляций. Это ключевое слово. Так, суперудар у нас проклятие пустынной кобры. Это у нас коброчка. Так, накладывает зеркало, умение на одного врага, накладывает на всех противников эффект одержимости и горения. Снимает со всех противников положительные эффекты. Ну, зеркало умение, то есть он, если кого-то атакует, то все приходит на него, и так понимаем. И снимает все положительные эффекты. Ну, одержимость и горение на 4 хода. Давайте перейдем к нашему монстрику. Вот так вот он гуляет вместе с Киллер-Раптором и Керидар. Такая суровая, грозная. Ух ты, блин, она что-то как-то вообще такая суровая. Здесь она вроде не так сурово выглядит, как здесь. Здесь у нее какое-то лицо недовольное. Ей не нравится компания змея и динозавра. Очень странно. Не туда. Нам куда? Нам вот сюда. Итак, ребятки, мы зашли на сайт mlforall.su. И вот давайте по запросу Viper посмотрим. Так. Итак, смотрите, это у нас топ контроля огня. Кстати, у нас демагер изменился. Ага, у нас теперь демагер Кейн. Да, кстати, очень много новых монстров добавилось, до которых я и не знал. Ну, я в последнее время не играю в игру, да. Раньше здесь был там Шалинар была, там какая-то, кто там еще у нас, этот, Мегастеум. Ну, короче, теперь вообще непонятно кто. Стихия огня, ну да, то есть еще и тут, в природе этот, жабка. Ну, в общем-то, вы поняли. То есть Вайпер Хотеп это на стоп контроль огня. Также он входит в хорошие монстра среди драконов. Контроль, естественно. И хороший монстр в преисподне. По контролю. Так, теперь давайте поглянем, что он там из себя представляет. Легендарный монстр, сила 3200, жизнь 30 тысяч практически. Скорость хорошая. Жизни тоже неплохо, сила не особо. Ну, шанс суперки 10%. Так, ну и давайте читать. Наверное, первую группу мы пропустим сразу. Хотя может тут что-то есть такое, что-то толковое. Так, фараонс мэдж какой-то. По одному горение и паралич, кстати, неплохой удар, но без силы. Дальше идет фейри тормент. По одному 35 с горением. Time to rest, время отдохнуть. По одному 35 и утечка энергии. Дальше идет Fairy Trap, ловушка, такой же удар. Стан 98%, горение 15%. А здесь то же самое, одинаковый удар. Только он может более экономный. Здесь 20 энергии, 2 перезарядки, здесь... 0 энергии, но 4 перезарядка. Да, интересно. Дальше идет Draining Gaze. Ну, понятно, это утечка энергии 45 по 1. Так, Sapping Fangs 40 снимает положительные эффекты. Неинтересно как-то. Burning Sand, горящие пески или жгучие пески. Всех поджигает. Нет, точнее, одного сила удара неплохая. 55 поджигание. Дальше идет Sapping Venom. Мультик по всем. Вот это то, что нужно брать. Утечка энергии и горение. Потом идет Viper's Gaze. Это что-то там змеиное. Мультик по всем с параличом. Ну вот эти два точно нужно брать. Вот эти два. А там посмотрим. Так. Давайте перейдем к нашим монстрам. Так, это у нас монстры огня. Так, кто у нас тут появился? Смотрите. Фирка относительно новый. Кейн, вообще это вампир какой-то, даже не видел его. Дракон тоже новый. Вот какой-то еще
Белбрис. Какая-то птичка, тоже вообще абсолютно новые монстры. Давайте смотреть, что у нас тут имхотеп. Первое. Это у нас идет. Так. Высасывание. Высасывающие клыки. Ага. 40 по одному снимает положительные эффекты. Второй удар. Изнуряющий. Сеппинг это и типа лихорадка. Яд, да? Изнуряющий яд по всем противникам. Утечка энергии и горение. Третье это у нас идет огненная ловушка. Огненная ловушечка. По одному противнику паралич и горение. И четвертый удар это взгляд гадюки. Взгляд гадюки. Так, записал гадюки. Все соперники паралич. Ну что, время нам начать прокачечку. Помчались. Так, а ну, руны. Ну, руны, естественно, контроль. Руны все на скорость. Потому что удара, в общем-то, нет. Два удара вообще не имеют урона. Потому как бы сюда руну на силу ставить вообще бессмысленно. Вот так вот у нас он уже подрос. Маг фараона. Ну да. Опустошающий взгляд. Ну да, кобрашка у нас должна гипнозом обладать каким-то. Ладно, огненная ловушка. Кстати, это тот удар, который нам нужен. Ставим его первым. Высасывающие клыки. Да, кстати, нам попалось сразу два одинарных удара. Изнуряющий яд и взгляд гадюки нам еще нужен. Не нужно нам такое. Так, изнуряющий яд. Есть такое. По нескольким противникам берем это умение. И взгляд гадюки нам остался. И взгляд гадюки, ребятки. Это вот, в общем-то, все то, что нам было нужно. Довольно быстренько мы это все дело нашли. А от остального мы просто, в общем-то, избавимся. Сейчас ему тоже, конечно же, поставим какие-то руночки. И у нас еще в этой игре есть еще полострова, которые, да, нужно будет как-нибудь пройти. Так, левел 80. 85. 90. Так, неплохо мы так еды потратили, уже 2,5 миллиона. Что-то как-то дорого. 2,5 лямчика. Так, если это у нас топ, значит ему нужно нормальные рунки ставить. Поставим-ка мы ему пятую рунку. Ну, и четвертую рунку. Может ему какую-то командную поставить, пусть стоит. Пусть пока так стоит. Так, а теперь главное найти нам место, где бы нам посражаться, чтобы оно было. Новый остров, что хотите, еще один новый, нет. Вот, кстати, наш Вайпер-Хотеп. Так, ну нам нужно обычное какое-то подземелье для теста. Тут металл. К сожалению. Так, это подземелье выживания, подземелье еды. Вот это нам подходит. Давайте в подземелье еды пойдем. Так, ну будет с нами Мусу, я так понимаю, всю дорогу. Ну ладно. А, кстати, мы же в отряд змей попадаем. Да, попадаем, отлично. Значит, вместо огня возьмем шалинар.
Кстати, а почему нету кнопок сражений? Куда делись кнопки? Или нужно нажать бой? Да. Итак, массовый удар у нас вот здесь. Сначала нужно, естественно, парализовать. Так, Куарим здесь у нас, паучиха и зеленый дракон. Так, Шалинар, давай. Усиляй себя. И массовый огонь, пожалуйста. Так, атакует Шалинар как самую сильную здесь, да? Так, ну тут как-то легко. Утечка энергии. Ну давайте попробуем. Массовый удар. Обкатаем. Так, ну и Карим у нас природный. Он слаб против огня, потому его Шалинар легко выжгло. Так, а потом, наверное, сейчас мы еще один бой сделаем здесь, а потом, наверное, заглянем в подземелье выживания все-таки. Вайперхотеп. Так. Ну что, мне эта игрулька нравится. Если бы просмотры на ней были, я бы ее снимал пару раз в неделю. Так. Ладно, с параличом мы уж как-нибудь разобрались. Давайте сделаем так сначала. Так, у нас, кстати, здесь тоже контроль. Вот это глазик контроль, вот это чудик тоже контроль. Кто ходит первым? Давайте его выключим сразу. Зомбальф. Так, отлично. Ну, давайте массовый реген. Массовый паралич. А, черт, не сработал. Ладно, так, не будем всех убивать. Черт, Шалинар злая. Просто всех изничтожает. Ладно, давайте слабенького добьем. Так, умеренный урон особой атакой снимает все положительные эффекты. А здесь горение и паралич. Отлично. Шалинар давайте пропустим. И последний удар. Ну так, вполне себе годный монстр. У него хорошая скорость. Раз он у нас топ контроль огня. Давайте тогда мы выйдем вот сюда. Так, ну эти подземелья серьезные. И здесь, да, жизнь у монстров сама по себе не восстанавливается. Так, но это не суть важно. Потому что мы здесь просто проходим мимо, так сказать. Так. На Хотеп. Вместо тебя нам тут магию рекомендуют, да? Кто у нас есть по магии? Есть, допустим, Гречин. И кто у нас еще есть из магов? О, есть демагер у нас такой вот. Отлично. Так, креветка, Ванос и сер автоматрон. Автоматроник. Угу. Отлично сработано.
Так, давайте вспомним, что у нас здесь. Яды горения, это шикарно. Так, что у нас здесь будет? Регенерация, щит, давайте. И походу это будет победа. Ух ты, красиво-то как. Ой, больно. Нет, выжил еще, ничего себе. Шабаш ведьм. Две суперки, это отлично. Так, ну и последний удар. От Вайпер Хатепа. Ну вот такие вот были дела, ребятки. У нас теперь появился еще один монстрик топ. Это у нас Вайпер ХТ. Так что всем, кому понравилось, не забудьте поставить лайкосик и поделиться этим видео, чтобы они хоть когда-то выходили на нашем канале. Всем пока!